Так. Девочки, Оля, смотрите, какая универсальная модель для узких бедер. Посмотрите, какой выигрышный вариант. Для широких тоже хорошо будет. Да. И здесь вот аккуратненький воротничок и вот такая вот петелька. Угу. Капелька. Капелька. Славное платье. Да. Просто славное платье. Да, хорошо. Леопардовое это платье какое. Такой благородный леопард. Широкий рукав. Здесь под грудью выточки. Воротник стойкая, а здесь вот такой вот разрезик. А молния сзади на спинке. Такая незаметная. Очень понравилось платье. Девочки, смотрите, как к этой юбке подходит этот топ. Изумрудный. Можно синий, потому что подкладка синяя. Ну, отлично. Отлично. Девочки, еще одно платьице на Новый год. Шикарное. Вот это мне прямо... Светка такая приятная, да? И рукав. Конечно. Рукав какой-то. И рукав. Италия красиво, да, почему? Да, да. Очень красиво. Вот чем не нарядное, да? Нарядное платье на Новый год. Вот, прямо изумительное. Да, а потом ну, вообще эфир. Юбилей, да. Это вот свадьба пошел. Очень хорошее платье. Девочки, в вашу коллекцию будет изумительное нарядное платье. На Оле 52 размер. Да. Как аккуратненько точной этот рукавчик. Да, все присборено. И плечики не смотрятся большими, и бедрышки не смотрятся. И вообще вот тактильно очень приятно. Да. Очень приятно. Атлас такой, атлас. Мне очень понравилось. Как мне понравились вот эти кофточки, девчонки. Первый мир с брюками и с юбочкой. И даже на платье комбинацию повесили. И все, и смотрится уже как костюм. Но они такие тяжелые. Платья эти. Плотные. Платье-платье. Такой сверкающий есть. Настройняшек. С перышками. Перышки отстегиваются. Ведущая корпоратива. Девочки, это вот такое же платьице, только в другой расцветке. И размерчик вот этот, 50-й, но 52-й тоже есть. Просто в ЦУМе. Но я и вписалась и в 50-й. Да, очень даже свободно. А если совсем нам еще блеска добавить? Какая красота. Тоже сегодня тут это получила. Вот. Бижутерия пришла, девочки, оригинальная, новогодняя. Смотрите. Сверкающая. Не дышу. Смотрите, какой нежный фисташковый цвет. 48-й размер. Такой джемперок. Ткань приятная. Очень приятная ткань. Какая-то яркая зелень. Что платье. Пока Оля переодевается, что-нибудь еще вам покажу. Вот такое платье на запах. С огромным вырезом. Вот такой жакет. Шоколадочка. Вельветовый. 48 размер. Ну, наверное, размер разный, если не говорят, что не все вывешивают, потому что не хватает места. Вот синий такой же. Крючками. Какие пуговицы красивые. Вот, наверное, такой же, Оля,
подобный будет малиновый примерять. Очень красивый. Вот этот свободный такой тоже, наверное, очень уютный. Без подкладки. 4800 стоит. 52 размер. Эта расцветка мне нравится. И тоже под низ подобрали они. Джемперок такой подходящий. Ткани такие прям благородные. Сшито идеально. Девочки, вот еще одна расцветочка. Вот еще морозный такой рисунок. Свет. Морозный. Тоже гладкий. Цвет длины. Украшаем какой-нибудь яркой блестящей деталью. И вот материал атлас. Угу. Так, с ремешочком там надо что-то порешать. Наташа, сколько такие украшения стоят? 800 рублей. Вообще. Вот прям цепочка. Универсальная, да. Да, сейчас еще покажу, там еще они в золоте есть. Все в камнях. Есть еще под леопард какие-то такие. Да. Угу. Вот вторая расцветка, тоже красиво будет. Да. Угу. Деним, а тут немножко персика есть, модного цвета в 2004 году. 2024. У нас у другого производителя есть. Они просто вот сюда пуговку дополнительную. Угу. Гладкая шивает, ткань, да, поэтому. Ткань гладкая. Ну здесь же, как вариант, можно и кожаную же поясочек. Да. Это вот, да. А можно и без пояса. А можно и без пояса еще, да, лучше, да. Вот так без пояса. Угу. Ну, хорошо. Вот, и даже цепочка вот эта лучше смотрится, когда платье без пояса. Да, лишние детали. Да. Угу. Девочки, смотрите, Оля платье надела, и вот такая брошь. Ой, кто же это? Туканчик. Тукан, да. Как хорошо подходит по цвету. Но мы наденем цепь. Девочки, платье с запахом, оплатить, какое оно классное. Смотрите. И уютная, как халатик, и нарядная. Да. Ткань как креп. Креп. И прямо вот форму держит, так строгенько все, но в то же время за счет цвета оно нарядное. Кармашки элегантное. Есть. Кармашки есть. И грудка у кого подчеркнет. Красиво. Хороший платье. Тоже. Да, очень красиво. Вот такие вот получили пояса с сумочками. Ой, боже, еще и сумочка. Да, сумочка отстегивающаяся, пояс, цепочка. И что туда прятать? Бриллиант. У каждой девочки должна быть сумочка для ничего. Можно будет попробовать или с костюмом, да, или на платье, да, вот там попробуем. Вот этот очень джемперок понравился, очень, и расцветкой, и качество такое, он тоненький, тепленький, ну маленький размер, очень понравился. Вообще тут теплых вещичек полно, много, очень. Я вот такую себе взяла. Они прям такие большемерные. Вот это 46 размер. Представляете? На 50-й смело сядет. И есть 50-й, но этот на 54-й даже. Вот очень понравились. Ну, такие они замечательные. Так, это, я понимаю, первый вариант. Потом будет, да, наслоение. Ой, оно мягонькое, уютненькое. Трикотажик. Да. Качество трикотажа очень классное. Здесь разрезики такие, да. Можно на себя полюбуюсь. Да. Вот на плечиках висит, не увидишь. Да. А надела, и вот смотри, какое платье. Мягонькое, уютное, и в пир, и в мир, и на работу, и в гости, и на праздник, и вообще шикарное. Да. Мне тоже очень туфельки или сапожки замшевые. Да. То есть вот
Оно и так уютное, тепленькое. Угу. Но если вы подмерзли, многослойность сейчас будем смотреть, какая у нас возможна. А может вот мы Вот с новым украшением. А новое это украшение, смотрите, и желтое золото, и розовое золото, и черное, и белое, да. То есть серебро. И это украшение трансформер. Его можно пристегнуть за любое кольцо, наверное. Сейчас попробуем. И вот так за любое кольцо можно прицепить, и будет уже другой, другая модель, да. Украшение. И даже как поясок, наверное, можно. Наверное. Сделать. Сейчас попробуем. Ну, смотрите, тоже нормально, можно, да? Пристегнется, там есть удлинительная цепочка. Можно. Да. Вот для худышечек можно и как поясочек. Да, давай, Оль, многослойность покажем. И такое еще есть украшение. Многорядное. На шнурочках хвощеных. Вот Оля придумала многослойность, пожалуйста, на платье, вот такую с укороченным рукавом блузу и шнурочком это все завершила. Ну, блуза, она и с брючками. И с брючками, хорошо, универсально. Ну, вот мы решили попробовать там. Как вам такой вариант? Оль, боком повернись, покажем, какая блузка сбоку. Вот, видите, у нее спинка подлиннее, теперь покороче. Хорошо, с брючками будет тоже хорошо. Еще можно сделать спортшик. Здравствуйте. Мне так понравилась эта жилеточка, что даже с платьюшками захотелось надеть. Но какая она, Оль, вот классненькая. Она когда свободная, она смотрится лучше. Да. Вот на тебе хорошо, несмотря на то, что это какой 56 размер. А вот смотрите, как она хорошо на Оле. Да, и с брючками будет хорошо, и с белой блузочкой. Прям прекрасная. Прекрасная жилетка. Я ее теплая еще такая. И посмотрите, как прекрасно вот эта блузочка будет смотреться с этой юбкой. Вот тут такой же изумрудный цвет. Тоже ремешочек можно. И все. Не обязательно зеленую или синюю. Вот совсем не обязательно. Можно вот так. Вот такая есть блуза. Это 54 размер. Она с пояском. Но с этой юбкой можно и без пояска. Тоже тут изумрудный цвет. Все соединит. Да хоть бомбер наденьте с этой юбкой. Сейчас все можно. Все можно. Вот еще один вариант. Пожалуйста. Тут уж изумруда всякого. И синевы, и изумруда этот вообще хорошо подойдет. Так. Ну, тут как будто персик лишний, да, девочки? Это персиковый лишний. Ну, ладно. Попробовать-то нам никто не запретит. Ну, просто королева. Королевский. Вот эта юбка. Какой праздничный. Вот это мне очень понравилось. И еще подобрали да? брошку какую-нибудь такую цветок. Брошку цветок, да, потому что это если бусы, наверное, будет. Вот, девочки, ремнем. Еще есть 52-й юбка. Атласная, плотный атлас такой, она без подклада. И с шубками, и с курточками какими-то. Ну, вот сверху. То есть она. Значит, верхняя на магните. Да. Чудо! Вот, отлично. На магните. Штрих. Да. Ничего не нарушит ткань. И просто магнитик и все. Девочки, какой удачный комплект получился. Да. Вот он вам наряд на магните. Да. Успевайте. Дай-ка я брошку покажу. Вот такая вот. Кругленькая, такая изящная. И на что? Вот похоже на ракушечку какую-то. Дай я тут посмотрю сама. Как будто перламутровая. Да. И вот он цвет деним тоже, да? И юбка. Да. И ремешочек на дне.
как я себе в нем нравлюсь. Очень нравлюсь. Красиво, да. А вам, девочки? Нравишься, нравишься, Олюшка. Красивая, стройная куколка.